Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Лухманов Максим Иванович. В моей следующей лекции мы поговорим об актуальных проблемах требования заказчика об исправлении недостатков результата работ по договору подряда в российской судебной практике. В ходе лекции мы рассмотрим вопросы правовой природы данного способа защиты, пределов, условий и основных ограничителях его реализации в нашем правопорядке. Смотрите нас на видеоконсультант.